Так, ну что, пошел стрим или нет? В общем, я чуть-чуть побегал человечности по фарму. Мне потом надоело. И прочитал, что можно попасть в стартовую локацию. Вот я сейчас поднялся сюда наверх. Вы как? Надо попасть в это гнездо. Как написано. Свернуться клубочком. И ждать. По идее, нас должны забрать. Ну, ворон, который принес сюда, он должен забрать. Как это будет, я не знаю. Где он? Я тоже хозяин. Ждем. А. Ну вот, катсценка пошла. Видимо, у меня там герой вырубился уже. Уснул. А вот и ворон. Унесли меня отсюда, с этих проклятых земель. Посмотрим, что там. Все. Северное прибежище нежити. Я купил вот такие пару чудес. Слово лечение, успокаивающий свет. Нет. Возвращение. Вот. Написано, что это работа как косточка. Должно переносить в родные земли. Теперь маги перемещаются в костра. Ну вот, я очень хотел бы попробовать. Ну что ж, идем. Меня уже встречают. Ну, это ни о чем. Моба. А ворона там осталось сидеть? Ворон, вероятно. Ну да, похоже, что так. Ну что ж, пошли. Полазим в этой локации. Чё я? А, о! Оу, сколько хп у меня сняли-то. Бродячий демон. Это такой же, что был, что ли? Потолок. Нифига. Выносливый. Ой-ой-ой. Так. Я тебя одолею, чел. Я тебя одолею. Не надо так делать. А. Он зачастил. Попал. Человечность, возвращение косточки. Так. Кусок титанита. Блять, а не куском ли титанита? Мне надо улучшить палец. Усиление плюс 15. Да, я его и искал. Вот этот еще непонятно куда деть. Ритуал возжигания. Так, человечность там еще одна была, но пусть она будет. Пусть копится. Пол провалился, а теперь куда? А может просто косточку возвращения использовать, не париться? М? Давай так и сделаем. Демон этот убит. Давайте до Андре тогда сходим. Прям на этой ноте прям очень хочу в Кондре сходить, попробовать палец. Этот ли титанит не нужен.
Или нет? Вроде этот. На 14 прогнали, а на 15 писали нет. Да. Все хорошо. Ну дай прикончить себя. Что за палец стало? Ну вот плюс 15 палец. Я не знаю, дальше можно улучшать или нет. Вот я с ней бегаю с самого начала. И решил ничего не менять. Хорошая штука. Так. Вот, как мне взять? Чё не двигать? А. И. А, вот. То есть я могу выбрать слова мощного лечения. Возвращение не могу. 18 чего-то там надо. Веры надо. У меня 15, надо 18. Ё-моё. Ладно, давай слова мощного лечения. Ну хоть что-то. А, я только один раз могу использовать. Или нет? Да, я могу один раз. Но зато написано, что лечит очень сильно. Ну ладно, давайте оставим вот это лечение слово, да? А можно еще во вторую? Силовая волна. И, например, поставить и это. Я могу? Нет. Не понимаю, как это работает. Ну да ладно. Так. Точка возвращения. Ага. Как мне попасть? Баба-паук, которую я мочил. Я не. Вот мне туда надо попасть. Как алтарь могил нет. Принцессы башни тоже, скорее всего, нет. Алтарь света нет. Глубин, это что, придется через глубину вниз спускаться? Это же самая дичь вообще, самая дрочь. И как еще надо думать? А как, кстати, еще, да? Склеп великанов. Бездна, башня принцесса, алтарь повелителя могил. Склеп великанов. Давайте-ка поперемещаемся, что-то я не помню уже. Где именно это я буду? Окажусь. О-о-о-о. Не. Уходим отсюда. Делать тут нечего. Я вообще. А, это у этого. У босса. И смысл, что я сюда вернулся. В чем прикол? Ну, был тут босс. У нас был костер у этого паучихи. Почему я туда не могу вернуться? Что за дерьмо, блядь? Бездна. Не надо туда, точно. Нам Лонда. Башня принцессы. Походу, все болты придется... Как же сократить этот путь, а? Никак не сократить. Придется снова идти туда, блядь.
Ой, сука. Ладно. А, подожди. 10 фляг. Нет, я не буду вас сжигать. Должно хватить. Стой, нет. Короткий путь, я вспомнил. Ну, относительно короткий путь. Да, блядь. Косой. Давай, может, человечность дропнуть, да? Дрыска. Ой, там плавал. Тут чел стоял. Ну что, придется опять идти в эту дичь. Мне надо к паучихе. Вообще, я там разжигал костер, блядь, я прекрасно помню. Это после колокола, когда звонил второй раз. Я не понимаю, почему туда не могу перенестись. Не понимаю, хоть убей. У меня там костер был, и не один. По пути туда был костер. И у нее был костер. По-моему, я даже спускался в руины демонов. Поджигал там костер. Почему не могу перенестись, я вообще никак не могу найти этому объяснение. Ну и чё, ты идешь или будешь орать? Давай. Чё случилось? 8 пирог, большая дубина. Вот как быстро пробежать эту локацию? Как ее быстро пробежать? Чем наш город? Не, ну сейчас-то понятно, мне полегче будет их убивать, да. Тогда я тут, по-моему, у меня не было брони Хавела и оружия такого с щитом не было. Ну почти легким ударом, ваншотает. Воу. Давайте здоровье тогда догоним, да. Пусть сильно они мне его отнимут. И я попробую силу лечения вот сделать. Слова, вернее, мощного лечения. Хочу посмотреть, сколько оно восстановит. Правильно я сделал, что поменял. Вот куда сейчас идти? Я, блядь, ни хера не помню. А, там еще один этот чурбан, блядь. Они еще и травят, эти заразы. 500. Ждут, да, меня с той стороны. Нас ждут из темноты. Так, а вот сейчас куда? Я помню, что где-то внизу. Вон, костер же горит, блядь. Мой. Ёпта. Вообще, по-моему. Блять, перекрестился, когда эту локацию прошел, и снова мне сюда надо возвращаться. Очень громко орешь, черт. До добра не доведет. Ну, вон он, горящий костер мой. Ну, пожалуйста. Почему туда меня не перемещает? Я не вкуриваю. Никак не вкуриваю. Ладно. Давайте будем сохраняться на этом костре. Хер ли делать? А что еще, блядь? Вот он горит. Видите? Я его сейчас не просто разжег, он уже был разжжен. Возжигать, может, из-за того, что я не возжег его, нельзя перемещаться. Я не понимаю, как это работает, что просто. Не понимаю. Правильно не работает. Так. Дыхай. А.
Ломанный прямой меч. Всегда мечтал о нем. А, вот этот яд. Все, я понял. Мы его сейчас снимем. Как бы у меня нет фиолетового мха. У меня есть костер рядом. Надо подумать, как там быстро пробежать, скипая врагов вот этих. Давай. Раз. Два. Вот тут как пробежать, хотя он же не попадает по мне, верно? Да нет, вроде не попадает. Только я вот сейчас не знаю, правильно я пришел или нет. Лестницы я не вижу. Я еще живой. Думал, убил его. Что это происходит? А, вот лестница. Так, лестница, 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 лестница. Дальше куда? Куда дальше? Вот куда сейчас он пошел? Как они поднимаются? Лестница еще ниже, да? Так не ударил. А, вот он. Еще одна лестница. Хорошо. Две лестницы. Их просто не видно. Они сливаются в текстуры. Непонятно. Куда идти, блядь? Эта хуйня меня снова не будет пропускать? Наверное, да, блядь. Навозный пирог. Тут обход, насколько я помню. Так. Или нет? Вот она прям за стеной, это хуй, хуй дома. Да, это обход этой хрени. Стой, что за камера? Нет, подожди. Да, 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 да. Мне нужно дойти до паучихи Квиле туда, но вы увидите, что я тоже там зажигал костер. Пока из-за какого-то бреда просто почему-то я не мог туда перенести. Я не понимаю ничего. Хоть убей. Костры зажжены, почему не перемещаются? И все, что-то способен. Криков больше, чем дело. Так, яд, конечно, это плохо. Надо быстро мне найти костер. Куда ты бьешь? Больше всего. Ай-яй-яй-яй-яй! А чё это он сдох? Не понял. А от чего? ХП было, яд. Я не понял. Так и не понял, почему человечный сдох. Ладно, я не буду тратить человечность. Пытаться, я сейчас просто попробую бегом забежать. Как получится это сделать? Мне реально впадло убивать хоть кого-то здесь. Что-то думать там.
Я хочу, я просто сейчас трачу, ну, попусту время. Мне надо было давно уже быть у этой паучихи. Только почему-то у меня там, блядь, нету этого. Костра, телепортации, хотя он должен быть. У меня он сожжен давно был, я там отдыхал. Ну, после боя с ней, да? У меня его почему-то там нету, я не пойму почему. И чё? Чё у меня не спускается персонаж? Прикольно. Кто? Что? Кто упал? ХП хуйню, конечно, к ним. А, нет, не знаю. Ну, блин. А, это куда? Стоп. Дорожка. Куда-то туда, я туда что-то не хочу идти. Тупо соскользнул вниз и умер. Ну что, как это работает? Я ж не полетел плашмя, да? В воду тем более, куда по колено соскользнул, умер. Прикольно. Прикольно настолько, что глупо. Заросли мха. Капюшон странника, фальшион какой-то. Это и заросли мха мне никак не помогут. Что я помню. Да. Проку от них просто ноль. Так, мне бы тут перекатиться. Цены не было. Ну вот типа того, что туда. А. Оживление, так, нет. Я не вижу моба. Вижу. Ну и как не бить в него? Ладно, ладно, ладно. Так, окей. Дальше что? Куда? КМС. А, вот. Так, персонаж отравлен. Я думаю, что... сильно не сыграет эта роль. Проверим. Ну, стакается этот яд или нет, я не представляю, не понимаю. Мне надо до костра добежать быстро, и все. Токсин уже это сейчас пройдет. Оставайтесь там, мобы, не надо меня преследовать. Добро. Я даже не хочу тут ни с кем зарубаться, реально. Ладно. Когда надо, у меня человечек подвижен. Когда не надо, он, блин, ничего не может. Давай, 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 давай. Что случилось? Вот сюда. Владение Квилек. Все так точно. Ой, угомонись. Здесь все. Не пойдет он там земля. Ну, это обычный яд теперь остался действовать. Ну, пофиг. Не хочу этих тварей трогать. Я хочу добежать до своего костра, который у меня там был. Вот тут был бой с ней, а дальше прямо там будет костер.
Там еще руины демонов где-то будут, насколько я помню. И там я зажигал тоже костер. Сейчас. Вот тут я звонил в колокол. Так. Сейчас все увидите. Где-то там был костер. На выходе я прям помню, выхожу, и там был костерок. Вот он. Вот он костер, про который я и говорил. Видите? То есть я его сейчас не зажигал. Он уже был мною зажжен. Но каким-то чудом я сюда переместиться не смог. Непонятно по какой причине. Человечность. Давайте. Мне надо возжечь его. А почему не 15 фляг? Еще раз что ли возжигать его придется? Или что? Не жирно ли? Давайте, ладно, так уж и быть, две человечности я оставлю, а одну сейчас попробуем еще раз сжечь. Да, 15 эстусов. Хорошо. Я на месте. Давайте изучать руины демонов. Вон сколько за червей. А, смысла не вижу их бить. 90 опыта, это вообще ни о чем. Так, вон есть спуск в лаву. Вон какие-то телепаются щупальца. В какой-то серии я сюда добегал, когда билет побеждал на маленькую разведку. Но потом повернул назад. Очень большие руины. Тихо. Все ниже и ниже. А здесь что? Ничего. Да, походу босс еще один, да? Интересно. Проходим. Я не могу вернуться. Да, походу сейчас будет бой против босса. Че, у меня есть набой? Хуя, у меня нету. Будем по старинке просто биться раз на раз. Я пока только что-то не вижу. Какой босс, где он, что, кто. Не врубаюсь пока. Это что такое? Так, куда это? Это вот эта хуйня телепалась? Щупальца, которые я издалека видел, правильно? Вон оттуда. Или чё? Да, ребят, походу это оно. Что это вообще за безобразие такое? Паучиха. Велек. Стопл, это чё её? Муж? Сват? Брат? Так, здесь такая арка. Может, не зря? Ну так. Я не представляю, как драться против этого существа. Что это такое? Как его убить? Наверное, дожидаться его атак. И потом бить отростку.
Потому что я просто не понимаю, если я ближе подойду, я падаю вниз, я. И чё он не атакует, я тоже не могу понять. Вообще, что это за субстанция такая? Ставим, наверное, двуручный хват. Дамажить, чтобы пожёстче. Обобрать труп. А-а-а, взяли твое, да? Беги, 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 неутомимый воин такой, да. А я могу убежать вообще от него? Заманить, например, сюда, чтобы он вылез из лавы. Вылази из лавы. Давай. Куда я вообще могу отбежать? Подали. Может, он куда-то сюда отманить? Тут высота большая. А смысл? Он из лавы состоит. Отманивать смысл. Что ты делаешь? Он идет сюда, он здоровый, ему похуй. Я, наверное, зря это делаю. А, вон рога, вон глаза, все понятно. Да. Я пробиваю его, смотри-ка. А. И все. Пелена пропала. Человечность дали. Косточку возвращения и уходит куда-то лава. Допустим. Так, там ничего нет. Там на куске на этом был этот демон. Значит, не обратно. Вообще, в идеале, я бы вернулся к костру. Хотя, может, и не надо. Да, вон лава стекла. Тут уже можно ходить. Так, косточка возвращения. Нет, не это интересно. Что за сет? Странника, что ли? Хорошо. Капюшон сшито из прочной, так вот какой-то защиту. Мне интересно. Мечи, кинжалы, копья, все неинтересно. Мне интересно наручный молот. И хорошая крепкая броня. Лучше Хавила пока я для себя ничего не ищу. Очень хочется купить сет Смоуга. Я его видел. Но он дорогой, многодушно. Если бы можно там десятками тысяч душ фармить, спокойно было бы, я бы себе его купил. Вот, тут уже, по-моему, не было спусков. Ага, меня ожидают. Я бы сомневался. Так, у меня там броня крепкая, сет крепкий. Я 50 силы хочу прокачать, чтобы еще и щит Хавила таскать. Так, а не лава ли это, блядь? Если я сейчас наступлю туда, что будет? А, это все, просто земля, ничего не будет. Пошли, стоит там клоун какой-то. Иди сюда, душа рыцаря. Давай, иди. Или что-то. Отдыхает. А, о, нет, стоп, это я метку кинул. Вон там стоят куча каких-то демонов, но есть путь и сюда. И куда идти? Вот куда идти, я вот не понимаю. Есть сюда дорога, есть сюда дорога. Надо не забыть вот эту арку. И ходить все-таки внимательнее надо еще. Так, вон стоит впереди еще тварь такая, похоже. Какие-то... Раз, два, три, четыре, пять...
Нет, не надо никакого вторжения. Он сверху. Кирк, да. Ох, нихера. Зубренный меч. Ни хрена за него душ дали. Вообще бы сейчас мне в идеале вернуться к костру. Может, там где-то костер еще один есть, а? Ё-моё, сколько их там? Блять. Душа Кирка. Или как там? Вот, зазубренный меч, 80. Одноручный. Этот уродливый меч позволяет использовать лишь выпады и вызывает обильное кровотечение. Характер не позволяет эффективно использовать оружие. Почему? Лишь выпады позволяют использовать, да? Он что-то у меня режет. А если в два хвата? Он выпад не делает, он режет. Ни за что свою палец любимую не променяет нахер со своими мечами, блядь, зазубренными. Мне мечи не нравятся. Так, тут что-то на стене, ребят. Вон. Или что, или это такая стена? А, так это туда спуск получается к этой херне. Сейчас или что? Или, или не надо мне сюда, вот я не знаю. Вторжение души Кирка, блять, надо потратить. У меня же хватит валелова сейчас. Так, не, нахуй, я потрачу. Я не хочу сдохнуть, потом эти души возвращать. Вот у меня душа рыцаря есть еще, давайте. Вот так. Прокачаемся. Последнюю вы отдыхали, да. Мне реально жалко, если я душу просру. Сила 43. Надо полтинник, чтобы щит халило взять. Сила, 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 сила. Это мой вердикт. Сломанный меч, фальшон, чар. Так, дубина, скидываем вес лишний, который, чтобы не таскать с собой бред этот. Стоп. Вот он, большой щит Халева. Именно его я и хочу. Он просто нереальный, дает сопротивление. Пофиг мне на травяной щит, я хоть стоковый. Сразу поменяю, конечно, щит. Он нереальную защиту дает. Можно просто с поднятым щитом, блядь, любого чувака больше стоять, ничего не будет, да. Так, успех разбойника, все, все эти легкие. А, нет, вот что я нашел, черный шитом, золотом, так. Одежда ведьмы, квиланы. Обеспечивает надежную защиту от огня, ядов и других опасностей. А, ясно, понятно. Ну, это элементальная броня, легкая, я понял. Мне интересует. Если бы я играл с какими-нибудь луками, там, не знаю, шпагами, что-то мне находил. Вот таким вот всяким, да, окей. Я бы рассматривал. А так нет, не интересует. Так, стоп. Все, лава спущена. Вон впереди какие-то демоны стоят пучка. Пошли их разобьем, наверное. Респаунится это с двумя тесаками, черт или нет? Где он там? Посмотрим. Я не обратил внимания, сколько душ за него дали. Да, вон он стоит. Давайте его убьем, тогда я хочу просто посмотреть, сколько за него душ. Имеет ли смысл так? И вот эти ли респаунятся ли вот эти вот впереди моба? Тоже интересно. А если я в лаву встану? Задену ногой одну кусочку. Ага. У меня в принципе была защита кольца. Фу, блять. Как снять? Вот. Сыграет ли оно роль? Да, у меня медленнее персонаж стал. Давайте наступаем. Лаву. Ну, вроде чуть-чуть помогает. Ну, не то, чтобы... Нет, не, не. Ну,
нужно просто аккуратнее сыграть, не попасться в эту лаву. Попробовать. Ну давай, иди сюда, я хочу посмотреть, сколько опыта дашь. Иди сюда. Опять я должен тебя тут вызывать на дуэль. Восемьсот. Бля, ну хорошо, 800. Вон те челы. Как мне? Не-не-не-не-не. Мне надо одного спарить. Блять, я не заступила, а лава. Ну нормально, прикольно. Как там они называются? Хитбоксы, по-моему. Кривые бывают. Че их так много? Одного можно мне? На толпу. Что здесь у нас? Обрыв. Опять. А, он один идет. Очень похож на босса, который мне там в начале игры преграждал. Очень сильно размах. Три удара. 1200. Ну, неплохо. Я, в принципе, один на один, вопросов нет. Ну, блин, их так много чего. Так, ты следующий. Надо по одному выманивать. Что-то мне кажется, что не получится по одному всех выманить. Ну, одного, двоих, там, троих. Я прям в него прокатился. И все. Он дубиной выше меня ударил. Кого теперь? Вот как узнать, кто ближе всех стоит? Этот, наверное, на выставке. Да, вон. А-а-а! По одному. По лаве бежит. Эй! А урон? Ё-моё, блядь! Блять, баран. Тише, тише. Иди один. А что такое? Че они отходят? Или они поменяться решили? Или они чисто синхронно по двое хотят? А? Один-то я помню был ранен. Хорошо. И второй. Хорошо. Их осталось трое. Да, нет, с двумя, конечно, бодаться. Чуть не убили. По одному, ребят. По одному. Давай. Ты так ты. По лаве бегают, им похуй, наверное, всякими огненной магией вообще по барабану. Если дамаг будет, да? Успел поднять эту палец вверх. Сократить дамаг. Почему с них дропа никакого нет? Только 1200 душ. Иди сюда. Я надеюсь, они снова не респают. Целое дело их тут поперебивать. Эту толпу. Так. Ну, давай теперь раз на раз с тобой выйдем. Так, добро, что у нас здесь? Человечек, сгоришь или нет? Прыжок.
Ой-ой-ой, как хп отнимается. Большая душа рыцаря гордого. Ну, так не очень-то и сильно, конечно. Но вот... Тихо так. А что? И все? Это тупик? Я хочу слова чуда попробовать. А там что впереди? Ничего. Еще глубже. Ладно. Походу придется косточку телепортации сделать. Быстрее, быстрее. Давайте чудо пробуем. Оу, да, хорошо. Так, я нашел огненную херню. Уголь для улучшения огненный уголь хаоса для улучшения оружия. Зачем мне оно нужно? У меня последняя что ли косточка телепортации? Ебать, да. Ладно, я и пешком могу здесь подняться. Не хочу я последнюю тратить. Понятно, здесь чисто был фарм. Ну и вот это вот огонек, уголь огненный. То есть пофиг. Время только потратил. Ну, может пригодится еще когда-нибудь еще вот этот уголь, наверное. Благо, не сильно далеко тут бежать. Надо где-то купить костей телепортации. А, тихо. Надо где-то купить костей телепортации много. Ну, сколько там они стоят, я не знаю. Чтоб 50 взять сразу, чтоб такой фигней не занимается, как я сейчас. Вон он, костер рядышком. Вы не охерели у моего тут костра тусоваться? Ого, 33. Только чинился. Хорошо. Нет, прыгать не буду, высота какая-то большая. Лишнюю флягу тратить. Та, он даже с этой высоты умудряется. Дамаг получать. Так, ну тогда бежим туда, там где эти арки. Больше я не вижу вариантов. А, этих демонов уже и нет. Они одноразовые. Ну вот этот на месте на своем. По лаве также бегает.
А, так у него и дамаг послабее. Не такой выносливый. Я думаю, что они все могут представлять угрозу, если их несколько. Если таких демонов будет 3 сразу против тебя, или 2, это уже будет что-то трудное. Наверное. Еще ниже мы спускаемся. Вот тут их пиздец там стоит. Сразу по 2. 1. 5 штук. Вроде тех 5 было, да? Что это такое сидит? А, ты идешь? Давай. Двое меня увидели, ждут пока яки. Что такое? Что за звук? Там внизу какая-то хрень шевелится. Ну ты ж меня видишь, иди сюда. Чё ты стоишь? Ну? Ведешь себя как дурачок. Твоя очередь. И назад отходит, а после удара. Так, ребятки, что я вижу? Там еще одна туманная дверь. Еще походу босс будет. Ну, кто из вас первый? Ты? Тихо. Подожди. Я их сейчас одноручным хватом буду разбирать. Ну, сука, давай иди сюда. Да, 3 удара, но я успею щитить. А, смотри-ка. Давайте глянем. Чё Ц? Демоническая мачете. Очень тяжелая. 18 кг. Вручное что-то, да? Мелкие демоны капры используют огромные мечи парами. Меч не заряжен магией, однако с его помощью достаточно сильный воин сможет крошить врагов направо и налево. Я его взял спокойно. Посмотри. А в две руки? Нет, давайте-ка. Силовой удар одноручным хватом с прыжка происходит. С двух рук. С двух рук сильный удар. Более сильная версия, да, как я помню. Причем чел у меня спокойно использует. Это дичь это, короче. Где тут была штука эта? А, вон она. Вообще какой-то жук, походу. Это не босс, наверное. Тупо жук какой-то. Там еще демоны, еще тот демон стоит. А тут что мне делать? А, вон спуск есть. Фу ты, блин. Чуть не залажал. Это стена из чего? Понятно. Что это? Это что сейчас подкатилось ко мне? Что это было? Ха-ха. Каменная херня какая-то. Вот что это было. Так, этаж ниже проверяем. Что-то у нас ничего. А, вон какая хрень высунулась со стены-то, а? Земля. Земляные черви всякие. О, смотрите, стоит. Ты оживать будешь или что? Это просто статуэтка. Статуэтка. Блять, наверное, давайте вот так сделаем. Мало ли.
Так а как она мне путь при... А там костер, она мне путь преграждает к костру. Видишь? Хорошо. Блюдина, сдохни. Душа рыцаря. Так. Хорошо, что костер здесь ближе есть, добро. Душа рыцаря. Давайте, может, на левел хватит. Нет, сомневаюсь. Разжечь костер. Ну. Я не знаю, вас сжигать, наверное, я не буду. Или вас сжечь его. Ради одного фласка. Хуй знает. Такое себе. Перспектива. Она дышит, эта штука. Ну посмотрите, нога, это насекомое какое-то, 100%. И к нему ведут дорожки, походу, после этого. Походу будет бой с этой штукой. Тихо. Кто? Звук. А, вот он. И все. Посмотрите. Душа рыцаря гордого. Тебя будить или что, дружище? Каменные штуки. Так, ну иди сюда. Раз. Два. Три. Ага, здравствуй, я вижу тебя. Очень опасный вот этот... О! Демоническая секира. Опасный удар, размашистый. Он просто по кругу бьет. Он ударяет и описывает круг. Вот это в этом опасность. Ты уклоняешься вроде... А, смотри-ка. Тип оружия. Вырезано из костей демонов. Оружие мелких демонов-тельцов. Оно не заряжено, да? Но может превратить врагов в месиво. Если воин им размахается. Характер не позволяет, возьмите в обе руки. А вот в обе руки позволяет. Мелких демонов-тельцов. Так. Секира. Ну, какая-то хрень. Туда и до моей любимой палец. Вон еще один стоит, еще один стоит. А-а-а. Что ж. Хорошо. Ой, у меня защита большая. Что ты там пытаешься прокусить мою броню? Нет. Удачи, удачи. И херня. Это постаменты, эта штука так и висит, да? Я могу пройти сюда, как я вижу, через ворота. Да? Могу пойти туда. Куда идти? Ну иди. Важного воина. Там костер.
Так, демоны-тельцы. Значит, это демоны-тельцы. Это он такой звук издает, оказывается. Ну, пошли к нему сходим. Где он там стоит? Иди сюда. Папаша. Получил по заслугу. Еще один, потом путь туда. Ну давай пройдем. Почему, блядь, сука, дизайнер этот любит так высоту? Я ненавижу наоборот. Постоянно откуда-то тебя скидывают, блядь. Вот. Сражаться с ним на этом куске. Может, ты сам упадешь сейчас отсюда? Или что? Иди сюда. А, он назад отходит. Посмотрите, как по дебильному сделано. Конечно, его можно развести, да, но... Почему его не поставить дальше? Так, хорошо. Впереди что-то есть. Ага. Что это? Яд очередной. Зеленый титанит. Мне 300 лет он не облокотился. Зеленый титанит. Тихо. Лава, лава или что? Воу! Кислота, а не лава. На персонаж кривой. Хорошо, минус один. Минус, вернее, два. Еще двое впереди. Кстати, посмотрите, как он подгадал. Пока я подбежал. Хотя я заносил удар. Конечно, изи, если играть там, каким-то магом или там лучником. Нет! Оружие в опасности. Сука. А если оно полностью поломается, что делать? Прочность 85. Ладно, пофиг. Мы подставляемся под эту струю. Так, это пофиг. Он доспехи кусает. Да, блядь, все, харе. Эй! Я не понимаю, почему его я не могу ударить. Так, проверяем. Пустой. Открываем. Большой огненный удар. Ой, блядь. Нужен ли он мне этот уголь большой? Хорошо. Идем к костру. Надо чинить оружие. Надо чинить. И, наверное, надо возжигать будет костер. Потратим человечность, возжечь.
И мне через туман, как я понял. О, смотрите-ка. Там что-то светится. Сейчас подойдем, посмотрим. С той стороны мне не видно было, а с этой видно. Вон туда, вот через туман. Ну, это уже пойдем в следующей серии, вернее. Также буду играть, просто маленький стрим делать. Все. Да. Конечно же, с этой стороны я не обойду, да? А, нет, обойду. Сколок, опять этот титанит зеленый, мне он не нужен. Мне, в принципе, никакой не нужен. Я вот до 15 докачал, я не знаю, дальше прокачать. Лову. Почини снаряжение. 330 душ. Все. Очень сильно. А, эти черви кислотой разъедают броню. Все понятно, что они делают. Нового уровня не хватает. 8000 душ. Палится так, а то я... Нет, я не выложил демоническое. Тяжелое все. У этих демонов. Хавила, так. Угу. Все, чё, я сейчас... Кто там респится? Демон. Демон тот телец тоже отреспался. Круглые эти штуки респаются. Если да, это хорошо. Я сейчас просто до 42 тысяч добью душ. Качну силу еще разочек. Да? Изи. 300. А, так и тут они все отрезались. Раз, два, три, четыре. Давайте. Просто один удар, даже не силовой, звук рук. И все. Твой черед. Ну, сейчас за этого 1300 или сколько. Вот уже 39 тысяч. Пару заходиков таких сделаю. Добью левел. И со следующего стрима, думаю, пойдем вон туда, вот в ту дверь. Туманную. Будем проходить дальше. Падаем. Благодарю всех за просмотр.